Ай, жара, конец июня, Сиэтл, чистое-чистое небо, жара, почти 40 градусов, и это 6 часов вечера уже. А вот теперь, смотрите, ванная комната. Ребята, туалет есть, все отлично. Ну вот она, наша ванная, наш душ, все. Вот оно, еще только в проекте. Фен будет установлен здесь. Это моя специальность. Как хэндимен я устанавливаю людям. Вот только что вот еще один клиент появился. На следующей неделе надо будет устанавливать. Но такая жара, что Васька-то себя спас. Да, Вась? Ну и как тебе? Нормально. Но всегда есть выход. Раньше не было никаких телевизоров, мобильных устройств, интернетов. Все было просто. И мы возвращаемся. К прошлому. Иногда. В экстренных случаях. Как же мексиканцы, соседи, радуют иногда своим весельем, музыкой. Кроме ремонта, они еще умеют и отдыхать. Воскресенье, жаркое воскресенье. Ну что ж, не будем унывать. Есть то, что есть. Душа. Главное, что соседи уехали, вот они здесь живут в трейлере. Но такая жара, видать, они переехали к своим родственникам, оставили все. Очень-очень жарко. Все спасаются. Люди, звери, птицы. Поэтому мы тоже нашли выход из ситуации. Так, сейчас как-то поставить камеру. Включаем воду. Самое главное, это вода в жизни. Вода нагрелась, так что экономия, и плюс еще идет полив одновременно деревьев, и можно принимать душ такой хоть целый день. Трейлер очень сильно нагревается, комната, так как трейлер из металла, утеплитель не везде, его не хватает. То есть это как железная коробка, и в ней очень как бы
нужен кондиционер, а его нет. Ну вот наши туи политы. И тело полностью охлаждено. Вот у нас топор любой можно задать. Все. Вот выход из положения, летний душ. Ну а вам, ребята, хочу пожелать удачи, здоровья и выдержать жару, какая бы она ни была этим летом. Во всех уголках мира. Но в Сиэтле это вообще жарче, чем в Каролине в Северной. Там сейчас, наверное, плюс 30, а здесь плюс 40. И будет в понедельник еще выше температура. По-моему, плюс 45. Да, Вася? Это жесть, это жесть. Как выжить в таких условиях, а? Вася? У тебя-то хорошо, в травке. На земле холодной. Лежи, лежи, отдыхай. Тут у тебя такая шерсть, что, наверное, тебе не так уже и прохладно.